31-летняя Оксана Самойлова привыкает к жизни мамы 4 детей. Супруга Джигана делится рассказами о семейных буднях. Семейство наслаждается временем, проведенным с новорожденным сыном Давидом. 8-летняя Ариэла, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя тепло приняли брата. Младшая дочь семейной пары стала быстро утомляться. Оксана поделилась видео, на котором девочка заснула прямо сидя за столом во время завтрака. Брюнетка старается разбудить Майю, но девочка продолжает сладко спать. При этом ей удалось очень уютно устроиться на стуле. Самойлова поделилась забавным снимком, на котором запечатлены все ее дети. Старшая дочь держит брата на руках, а средняя с нежностью смотрит на них. Зато выражение лица Майи красноречиво говорит само за себя. Кажется, Майя поняла, что звание младшего в семье было не таким уж и плохим. С юмором отметила инстадива. Накануне дочери Оксаны Самойловой впервые встретились с младшим братом. Брюнетка выписалась из роддома в смелом образе. Джиган показал трогательное видео с новорожденным сыном.